Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Нава Светлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами посмотрим мою посылочку от компании Mary Kay. Я сделала заказ по вот этому каталогу, поэтому, если вам интересна такая тема видео, то оставайтесь вместе со мной и приятнейшего вам просмотра. Давайте будем уже смотреть мой заказ, и это видео я начну нестандартно. Обычно я показываю все свои заказы, это со средств по уходу за лицом. Но на этот раз мы сегодня с вами поговорим о средствах, которые я заказала из декоративной косметики. И действительно, в этом заказе очень много продуктов из декоративной косметики. И первое, что мы с вами посмотрим, в моем заказе 3 карандаша для глаз. И с разными оттенками. Один из них — это мой самый наилюбимейший цвет, сейчас я вам скажу. А второй оттенок я повторяю, также его люблю. И какой-то вот решила попробовать. Так, ну первый, давайте начнем с самого моего любимого цвета. И самый мой любимый, востребованный в макияже моих, это цвет бирюза. А вот повторила его, потому что так как использую постоянно, он у меня очень быстро заканчивается. Также у меня закончился уже цвет, это синий. Мне нравится подводить слизистую, и взгляд тогда становится таким очень интересным. И если я еще в макияже, когда использую синий оттенок туши, знаете, взгляд становится очень таким, ну, интересным. И когда солнышко падает, и когда много освещения, видно красивый оттенок синей туши, даже можно как кончики сделать. И это очень, знаете, как-то такой игривый взгляд, что ли, получается. Мне это нравится, эффект. Следующий оттенок я вот такой вот коричневый заказала для глаз. Вот этим оттенком хочу рисовать по слизистой сверху. Тогда тоже получаются очень такие интересные выразительные глаза. И также, конечно, рисовать вот здесь вот снизу. Ну, в общем-то, вот 3 таких оттенка у меня, в принципе, будут в ходу. Так, далее, что я вам покажу. У меня тут в заказе 2 тональные основы. Тональные основы сияющие. Получается, здесь у меня оттенок, знаете, Ivory на V120. Два цвета, вот такие вот. Это сияющая тональная основа, есть еще матирующая. Но я вот лично для себя больше люблю сияющие, потому что как-то, мне кажется, лучше она на мне держится, ложится. Хотя летом матирующие лучше матируют и лучше держат макияж, и не так блеск появляется. Ну, в общем-то, вот у меня в заказе сияющие. Следующее. На этот раз в заказе разные пудры, разные по оттенкам и по консистенциям. Значит, в заказе 2 пудры. Это пудры компактные, это рефилы, которые вкладываются там в футляр, они магнитные, или вы пользуетесь именно, используете как рефил. Оттенки Ivory 1 и Beige 1. Так вот пришло все скрепленное резиночкой. То есть получается вот такой вот рефил в металлическом футляр, каркасе вот таком вот, лежит сама пудра. И потом ее просто куда-то примагничиваете. Футляров очень много разных. И там уже пользуетесь. В ходу вот эти вот как-то оттенки. В контуринге очень хорошо Beige 1 и Ivory 1 хорошо сочетаются. Вот они такие ходовые. Так, дальше у меня здесь в заказе 2 вот такие вот пудры. Это у нас минеральная рассыпчатая пудра. И вот в таком именно дизайне, в такой коробке, это минеральная рассыпчатая белая пудра. Угу. Смотрите, вот так выглядит белая рассыпчатая минеральная пудра. Бейкинг с помощью этой пудры делают. Кто-то покупает одну всего лишь пудру вот эту и использует ее на все лицо как универсальный продукт. Хотя белая пудра — это пудра, которая используется в конце макияжа, и она фиксирует уже макияж как-то вот особенно Т-зоны под глазами и, в общем-то, но кто как использует. Ну, в общем-то, в заказе вот 2. И в заказе 3 рассыпчатые пудры, и они
вот все разные по оттенку. Смотрите, сейчас вам покажу три разные по оттенку. Здесь у нас беж 05, айвори 1, беж 1. И это также рассыпчатые пудры, только уже с пигментом. С пигментом выглядят они по-другому. Вот у них такая вот уже крышка, видите, как зеркало. Можно прямо этой крышкой пользоваться и использовать ее как зеркало. Хорошо себя, потрясающе видно. И когда вы носите с собой, получается, что вот экономия пространства, используйте крышку как зеркало. Что здесь еще интересного есть? Носить с собой удобно, потому что там внутри есть крышечка поворотный такой механизм. Вы поворачиваете, и пудра не будет высыпаться. То есть, когда вы откроете, это не будет все это лететь, просто вы сможете зафиксировать. Так, еще это не все. И вот в заказе у меня оттенок теней Бисконти. Заказала его, потому что это ходовой у меня цвет. Также я это все перекладываю в футляры, которые магнитные. Это вот такой матовый, самый светлый оттенок. И во всех, можно сказать, макияжах такой цвет используется уголок глаза. Вообще можно по всему веку. Ну, то есть, вот как бы это ходовой, конечно же, цвет. У меня вот такой вот набор кистей. Кисти, конечно же, есть, продаются по отдельности. Если вам каких-то не хватает. Ну, вообще, вот такой вот набор в чехле. И здесь у нас, посмотрите, сам чехол с кармашками кожаные. И в упаковке лежат кисти для теней три вида. Скошенная, бочонок такая, кисть для пудры и кисть для румян. И, в принципе, вот такого комплекта получается, что достаточно для ежедневного макияжа. И они классные, они реально классные. И получается, что немного места занимают, кто прям таким каким-то макияжами, кому не нужно сильно много кистей в ходу. Мне кажется, вот этого набора вообще достаточно и удобно даже брать с собой. Дома использовать, компактно хранить. В общем-то, вот такой вот классный набор с кистями. Я кистями такими пользуюсь, очень их люблю, мне они очень нравятся, хорошо моются, очищаются. Мне нравится то, что я испытываю при прикосновении кожи, то есть они не колкие, они не ломкие, они не сыпятся. Приятное ощущение, когда наносишь любой продукт на кожу, и как бы приятное ощущение, и хорошо передают средства на лице. И, в общем, макияж становится очень, ну, таким... От качества кистей это много зависит, как набирается продукт, как передается. И, конечно, от самого продукта тоже, но и кисти тоже должны быть качественными и хорошими. Тема – это средство по уходу за лицом. И у меня здесь первое, что я вам покажу, это сыворотка для лица, минимизирующая поры. Продукт, который я уже много раз для себя открывала, которым очень часто применяю, но не каждый день, но через день-то точно. Раньше пользовалась вообще каждый день, когда я видела, что у меня расширенные поры, вот здесь вот как-то вот эта вот часть была сильно расширенные поры, и я применяла тогда эту сыворотку вообще каждый день, утром и вечером, увидела эффект, что поры сужаются, а так как сужаются поры, лицо не плывет, получается, и сейчас я вижу, что поры у меня в нормальном, хорошем состоянии, и я вот уже ее использую, в общем-то, через день. Особенно эта сыворотка хороша, когда сделали такие процедуры микродермабразии, кислотного пилинга, и когда все это почистили, хорошо почистили, чтобы поры сузились. В общем-то, такой вот продукт здоровский. Что следующее, что я вам покажу, это крем для сухой кожи лица. Открыла для себя вот сейчас тоже такой новый, и вот у меня в заказе.
знаете, он настолько хорошо, это доп-крем, настолько хорошо увлажняет кожу, наносится дополнительным уходом на лицо. Я его использую только на ночной крем сверху. И это крем, который прям тает в руках. Вот его нужно набрать лопаточкой. Здесь лопаточка есть в комплекте. Вот такая вот лопаточка. Почерпываете ей крем, в ручках растереть и нанести на лицо. Она, знаете, растворяется, как будто это какое-то масло. И так прям вообще по лицу прям скользит и увлажняет. Ну, потрясающий, конечно, крем. Если вообще нужно восстановить прям руки, есть проблемы и вот какие-то прям такие участки, то можно прям еще нанести и на ручки. Ну, вот прям дозированно на участки. Ну, крем спасет, конечно, состояние обезвоженности, сухости. Это да. Так, ну что, следующее, что я вам покажу. И у меня в заказе вот такой вот набор. Time Wise Repair. Кто смотрит мои видео постоянно, знает, что я таких наборов заказывала несколько. Сама вот прям вот уже все, можно сказать, открыла из этого набора. Вот вышло видео с косметикой, которую я только вот открываю. И там мы с вами последний продукт открыли, крем ночной с ретинолом. Вот, посмотрите, такой потрясающий набор. Средства для умывание, лифтинг-сыворотка, дневной и ночной крем, дневной с SPF 30, ночной с ретинолом и крем для век с металлическим наконечником, массажный эффект дополнительное, охлаждение, снятие отечности, там темных кругов, увлажнение. В общем, вот такой, посмотрите, набор очень-очень крутой, очень эффективный, очень действенный. Вот в моем заказе повторила такой набор. Тот, который я использую, уже у меня прям в ходу, так что буду открывать новенькие, потом средства, как уже до этого дойдет. Так, далее что? Средства по уходу за телом, как без них? Ну, это, конечно же, лотос и бамбук, спрей Деоколон, душ кармани, нейтрализует неприятные запахи и все остальное использовать можно. Тело, подмышки, ноги, подростки, мужчины, дети. В общем, универсальный такой продукт. И сейчас, конечно, да и мне кажется, круглый год. Это, конечно, продукт, который постоянно, вот, по крайней мере, я использую. И следующее, что Satin Body. Это у меня здесь в заказе лосьон для тела, белый чай и цитрус. Мне нравится тонкий аромат, кожа такая бархатистая, шелковистая. Можно использовать этот лосьон как крем для рук, почему бы и нет. Ну, это вообще такая система по уходу за телом. Первое — это скраб с одной полосочкой, второе — это гель для душа, и третье — это уже лосьон для тела. Большой объем, здесь 192 мл, поэтому для тела, для рук очень замечательно подойдет. Так, что я еще вам не показала? А не показала я вам, вы знаете, что это вот такую вот косметичку. И это у нас набор косметичек 2 в одном. Первая — это вот такая вот из эко-кожи, объемная, большая, для косметических средств, продуктов. Ну, такой кейс, да, так скажем. Здесь это у нас эко-кожа, красивая расцветка. Мне нравится вообще такая гамма серо-розовая. Так. И это для того, чтобы форму не потеряла при транспортировке. И здесь у нас второе. Видите, какая объемная. Все влезет, все, что можно, влезет. И второе — это у нас футляр, мини-косметичка для кистей. Вообще, ну, можно хоть для чего использовать. Кисти, карандаши. Не знаю, как пенал для канцтоваров. И тоже такой брендированный, да, сердечками. Какие-то положить с собой небольшие там карандашики, помадки, использовать как косметичку. Ну, в общем, для всего что угодно можно это приспособить. Мне нравится. Даже будет так стоять, очень даже довольно-таки красиво и прилично. Буду, в общем, пользоваться. Спасибо за такие приятности. Ну что, вот это вот был весь мой заказ. Я рада, что я сняла это видео. Надеюсь, вам оно тоже понравилось. Пишите, что вы заказываете.
какие-то комментарии, что хотите написать под этим видео. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам пока-пока, до новых встреч на моем канале.